как Хорватия. И Катя, как она попала, как она сидела в камере. Совсем маленькие дети искались в панах, а Катя сидела в камере и не купалась. Один мальчишка хотел потащить ее в воду, но она так закричала, что он испугался и стал собираться уходить. «Почему ты отказываешься купаться?» – поинтересовался он. «Я боюсь голову», – отвечала она с таким видом, как будто говорила. «Я ничего не смею, не боюсь. Но там очень мелко», – убегал мальчишка. «Но зато ты заметил, как я не похожа на других». Удивленный мальчишка говорит. «Но ведь это очень плохо, плохо, если ты боишься. А завтра все купаются, а я сижу. А зато ты сидишь, а все купаются», – засмеялся мальчишка. «А зато ты заметил, какой у меня твердый характер». И она так скрипнула зубами и выточила глаза, что мальчишка отбежал от нее давно далеко и оттуда закричал. «Сама боится, сама пугает. Чучело». Часами перемогу вас. Одна женщина выходит из воды и говорит: «А я чуть в обморок не упала от твоей гримасы. Могла бы утонуть». «Да, я ногу перемогу перед зеркалом», — отвечает Катя. «Чтобы всех пугать. Зачем? Чтобы все меня боялись и разбегались в разные стороны». Другая женщина входит в воду и говорит: «Только ты меня, пожалуйста, не пугай, а то я не умею плавать». Один загорающий мужчина говорит: «А может, из него вышла бы актриса на трагические роли?» «Нет, нет», — сказала женщина, выезжая из воды. Все зрители, скорее всего, убежали бы из зрительного зала. «Я бы их догнала и назад вернула», — говорит Катя. «Ишь ты, какая шустрая, интересно, как бы тебе это удалось?» «А я как скрипну зубами, и они обратно повели». «Пошла ты в воду», — говорит женщина, выезжая из воды. «Да, получила бы плавать, а мне так интереснее», — отвечает Катя. Тут многие включились в разговор. «Я думаю, когда эта девушка вырастет, она достанет всех хлопот. С ней очень трудно будет разговаривать, а еще труднее работать. А сейчас с ней легко. Сейчас уже с ней просто невозможно разговаривать. А как она напугала этого мальчишку? Он теперь долго не появится на пляже. А Катя сидит на камушке и потихонечку улыбается. Вот как я заставила всех о себе заговорить. Конечно, я очень даже не похожа на других.